Вух, привет, дружочки, пирожочки, Нестер с вами. Я сейчас это видео делаю буквально на коленке. Ну так вот, я хочу посмотреть видео моих подписчиков. Просто, мне было интересно. Вот у меня целых 7,5 тысяч подписчиков. Так вот, кстати, ребята, я хочу, пожалуйста, накопить 10 тысяч подписчиков. Это будет круто, очень круто. И я хочу попробовать сделать стрим на 10-ку. Так что подпишитесь, пожалуйста. Ну так вот, зайдем на рандомное видео, к примеру, симулятор падения в туалет. Бэби Патрик. Это же идеально. Скрич Плюш, нет, Скрич Плюш. Так, секунду. Как я уже устал. Просто я тут листаю уже очень долго. Короче, Скрич. Скрич Плюш, прости, но я не могу найти себя в подписках, так что пока. Ладно, Скрич Плюш, не обижался, посмотрю твое видео, хоть ты и... Я вообще не знаю. Ладно, погнали. Я прошел Doors, который написан с двумя ошибками. Давайте глянем. Так, ну, кривой экран, это по информатике. Капец, это еще одно обновление. Короче, ладно, что дальше? Баг в Chicken Gun. Да какой нафиг возраст тебе? Ладно, не будем говорить. Короче говоря, опять Doors. Опять с ошибкой! Ладно, погнали, посмотрим. Бедный Шоу Табугус. Это слабый. Я. Ну не знаю, просто. О, это мое новое видео, прикольно. Ну чисто бедный желтый бокс. Ладно, чисто за одеваться я тебе лайк поставлю. Бедненький. Чё, подавился кубрикой, ладно. Чё у него популярно? Вот, FNAF Melon Concept. Он умер. Пока. Ладно, пошли, идем, ты найдем еще подписчика. Опачки, Миражик, привет. Давайте-ка глянем твое видео. Кстати, он... Можете подписаться на него, я ссылочку оставлю в описании. Да, вот прямо вот тут вот сверху будет. Так, шортс. Что у него самое популярное? Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там новый... Так, ладно, мне авторские права не прилетят случайно. Так. Эй, лови аптечку. Так. Ого, да тут не глубоко, мне вода всего по пояс. А у меня понос. Так, вот это что у нас? Так, дисклеймер, это все компьютерная графика, и все действия вы вполне допустите. Опять авторские права прилетят, не знаю. Так. Тебе пизда, я, блядь, 2 метра ростом, 350... Так, ладно, простите, тут платов не будет. Так. Ладно, это крутое видео. Пойдемте-ка еще подписчиков поищем. Так. У нас тут дальше... Ё-моё, верни меня обратно. Не знать. Так. У нас дальше у нас геймер Новоселов. Го глянем его видео. Целых... Блога, короче. Троллинг читера. Погнали. Ага, телефончик, телефончик. Так, вторая часть сериала. Последовательно, хакер или клоун. Перед началом видео хочу рассказать о одном клевом серваке. Там есть. Вот очень клевый сервак, хоть там мало онлайн.
Потом у нас идет две пружинки. Одна дает скорость, другая дает прыжок, вы наверняка знаете. И вот этот часовой. Часы они дают это. Дальше мы видим ютуберов, которые будут взломаны самыми первыми. Ну, если я вот так вот буду говорить, то меня, наверное, никто смотреть не будет, верно? И, вот так говорить. Ну, понятно же, типа, верно? Так, не берите чужое. Так, идем. Ладно, за смех лайк заслуживаешь. Так, что там написано? Алмазы не брать. А я возьму. Вы же точно ломаете алмазы деревянной киркой. Ладно, ну да. Нестор был с вами. Это было видео очень короткое. И всем пока!